Добрый вечер, наши уважаемые друзья, любители животных, обезьянок. Мы с нашим ветераном, моряком дальнего плавания, решили выехать на инспекцию нашего двора, собачек, проверить на наличие вкусняшек все места. Рады вас приветствовать, короче. Давно не виделись, давно не общались. Поэтому присаживайтесь. А мы начинаем проверку, да, Гошаня? Да. Да, хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Доехал до бутылки, слез, деловой колбасенок. Ну, конечно же, в первую очередь песочка поесть. Вот здесь на пятачочке. Ой, Рокси прибежала встречать, Гошань. Так, давай позанимаемся. Залазь на дерево скорее. Давай. Вон, смотри, что там на дереве у тебя. Вон, залазь на дерево, смотри. Помидорчик хочешь? Давай. Надо заниматься, тренироваться. Раз вышел на улицу, залазь на дерево. Это Маруськин. Маруськин этот. Бижутерия. Кстати, а потом еще будешь учиться у меня сумочку открывать. Да, сумочку. Сумочку. Кстати, смотри, Гош, в сумочке что? Смотри. Друзья, там помидорчики. Видел, как открывается? Смотри, учись. Вот, посмотри. Что там? Помидорки? На. Открывай. Сам. Давай, старайся. Да, все верно. Маруське получилось, а у тебя получится? Нет, вот с этой стороны. Вот здесь, Гош. На. Вот, смотри. Я чуть-чуть открыл уже. Открывай. Вот. Да. О! Доставай еще, там есть. Получше открывай. О! Моторика пальчиков тоже тебе нужна. Движение движением, а вот чтоб ты все чувствовал пальчиками, это тоже важно. Залазь вон, смотри, баранка какая симпатичная лежит, висит, смотрит на тебя и улыбается. Так, да, здоровье прежде всего, заниматься физкультурой. Посидеть мы и в вольере можем, да, Гош? А если вышли на улицу, то... Вон, бери, чё ты, куда ты мимо? Вот он, бублик. Или не хочешь? Не хочешь, как хочешь. Ты не с той стороны залез. Сейчас с помидорами покончу, потом все равно полезу. Гошенька, мой сладенький, помидорчики уже все, отошли, мой хороший. Засохли, жарюка стояла такая, поливали мы, не поливай. Все равно, при такой жаре, если на улице 40, как говорится, в теплице, представляете, сколько? Давай сюда, мой хороший моряк дальнего плавания. Залазь, посиди на мачте. Очень красиво смотришься, зайчик. И соседи еще тоже видят, да, нашего Гошаню. Да за помидором мы хоть на мачту, отец, хоть под мачту, хоть куда залезем. Тем более их уже мало осталось, да, заяц? Да. Ой, ножку как на веревку поставил, додельник. Свита постоянно с нами. Постоянно, никто не отходит. Штук 5 бегает за ним, как за дедом Мазаем. Да, капитан мой дальнего плавания. Ну, как он с удовольствием лазит, ой, я прям не нарадуюсь на него. А ты еще, Гош, залез, а тут солнышко как раз с подсолнечной стороны такой. Камеру чуть отсвечивает. Ой, какой вкусненький помидорчик, да?
Он раньше не лазил по этому столбику, пока я не намотал вот на него веревку, чтобы ему удобно было. И тогда он начал. Лапки не соскальзывают. Так, давай, слазь, пойдем дальше смотреть, ревизию наводить. Кто чем занимается, у кого что есть. Пусть к осмотру предоставляют. Да, Гошенька, пошли. Пойдем. А вот абрикоски не очень как-то. Хотя сладенькие, все, что он. Ну, не, вот это. Ну, те еще, наверное, не сильно спелые были, да, Гошань? Поэтому ему и не нравилось. А это уже поспелее, 2 дня прошло. Они уже такие мягенькие, ароматненькие. Нектаринчики. Что? Что? Ну ищи. Может, что найдешь. В сумке в этот раз были помидоры. О, Гош, на. Виноградика. Мне вот этот сорт нравится. Преображение. Такой твердый, сладкий. Друзья, напоминаю вам, в связи с проблемами загрузки на YouTube, обещают, что это закончится скоро, но не факт. Я перестраховался и создал еще один канал наш, второй, на Рутюбе. На Рутюбе. Вот. Поэтому, кому удобнее, у кого не грузит YouTube, можете заходить на Рутюб, найдете нас там и спокойно будете смотреть, продолжать наши видео. Я параллельно буду кидать и на привычный вам Ютуб также, и туда на Рутюб. Вот. Ссылочку я оставлю в описании, закреплю, и ниже под видео в комментариях. Ссылка будет на наш второй канал. Поэтому, чтоб нам не потеряться на просторах интернета, добро пожаловать, давайте перестрахуемся, мои хорошие, потому что нас ждут еще интересные моменты в жизни наших обезьянок. И чтобы не потеряться, подпишитесь на Рутюб, также на телеграм-канал. Вот. Всю информацию я туда скидываю. В общем, как-то так. Потому что YouTube грозятся, что заблокируют вообще. Поэтому давайте вот перестрахуемся и просто подпишитесь, чтобы не потеряться, как говорится. Но я уверен, больше всего знаю, что вы и без всяких ссылок нас найдете на просторах интернета. Гошка такая запоминающаяся личность, что его тяжело забыть. Поэтому все равно где-нибудь он проскочит. А так как я люблю снимать видео, показывать про своих обезьянок людям, поэтому, конечно же, я найду платформу. И в любом случае вы нас там найдете. Да, капитан дальнего плавания, скажи? Я же известный парень уже в интернете. Друзья, на этой нотке будем заканчивать свое видео. Всего вам хорошего. До новых замечательных встреч. Пока-пока.